Йоу, здорово, с вами я, Саня, канал Шов, и сегодня мы находимся на мрачном карнавале. Это последняя туса в клубе Опера. Опера уходит на реставрацию, это крайнее выступление топ-бокса в России, ребята, в России. Ну и я обязан был сюда прийти. У нас есть гость, Эдик, иди сюда. Скажи мне, а вообще вот то, что ты услышал, как тебе? А то, что я услышал, это очень красивые слова от тебя, Санек. Ты вообще такой красавчик, я тебя прям люблю. Да я про музыку, ебаный рот. А, ты про музыку? А, честно, на самом деле музыка очень немножко мрачновата. Реально какой-то, да, карнавал. Мне немножко тяжко, она тяжелая. Не буду это скрывать, хотя я вообще дракушник, как бы. А примерно можешь описать, что происходит на Dark Carnaval в данный момент? Примерно в двух словах. В двух словах. Тусачко. Вообще огонь. Мясо. Что ты ко мне положил в карман? В общем, это с нами Серега. Как Серега, тебя начало данной тусы? Ну, нормально. Ребят, нормально. Опера говно. Ну, а ты жалеешь, что закрывается? Нет. Ребят, ну он не жалеет. Я вижу оперу, блядь, она мне не нравится, в принципе, как космонавтов. Что? А почему тебе не нравится? Да, блядь, она какая-то хуйня, слащавая. Давайте. Ребят, слащавая, поэтому закрывается, в общем. Ну пиздец, в общем. Нахуй, хотел сказать, неважно какое место, неважно где это опера, там еще что-то, штаб, который закрыли, оперу закрыли. Но мы все равно будем собираться. В подвале! Да неважно где! Главное, что мы все вместе! И мы питерская туса андеграунда. Йоу! Йоу, питерская движуха, драм энд бейс движуха. С нами находится глава штаба Юлия Афанасьева. Ну, не того самого штаба, да, клуба, а глава штаба сообщества. Ребята, это прикольное сообщество, к слову. Вот, а как тебе начало вот данной тусовки? Слушай, они начали разъебывать прям с самого начала, и мне кажется, это продолжится до самого конца. Это, бля, топ вообще. До самого конца. 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 До талого. Итак, с нами Катя, как тебе туса? Бля, ну слушайте, туса пока такое себе, но я думаю, как выйдет Алексей Добокс, все будет заебись. Это же его последний сет все-таки России, поэтому, короче, Dark Carnaval. Ребята, Леха, в общем, ты слышишь, видишь это, тебя ждут, видят, в общем, тебя ждут. С нами Миша. Миша, кто ты такой, вкратце о себе? Я промышленный альпинист. Пришел тут повисеть, потанцевать. В общем, ребят, промышленный альпинист, да, пришел повисеть, потанцевать. Вот, а как тебе начало данного движа? Блин, начало я пропустил, потому что я все это время нахожусь здесь, в курилке. Блин, по сути, мероприятия я еще не видел. То есть я зашел покурить сюда, наверное, на час и пропал. Чувствую, еще, и пропал. Еще час проведу здесь, потому что на таких мероприятиях, как правило, ну, приходишь общаться. Я понял. В общем, ребят, drum and bass — это не только тусовочка, музычка, это и общение. Не, я обязательно ворвусь, буду топтать, но пока ничего не могу сказать. Но это будет под утро. Да, наверное. Ребята, в общем, мясо, утро, вы поняли. Yeah.
с нами Стелла. Как тебе, Стелла, начало тусовочки? Охуенно. Охуенно. А вот какие-то минусы или яркие плюсы? Минусов не бывает на таких тусах, а плюсы всегда есть. Минусов не бывает, плюсы всегда есть. И drum and bass что? Охуенно. Да, в общем, drum and bass охуенно, заебись, в общем, так. Все. Что-то все утихло, в курилке стало очень тихо. Пошли посмотрим, что там такое. Пойдем, пойдем, пойдем. Давайте посмотрим, что за хуйня. Бля, ребят, я не туда пошел. Здравствуйте. Оба, здорово. Вот так, ребят, братва, нахуй, здоровайся. Ебать. О, блядь. Ребята, ребята, в общем, вот она, тишина, да, блядь. Что за хуйня происходит, я хуй его знает. Все что-то утихло, блядь. Что за дичь происходит, я хуй его знает, в общем. Шоп-контент, ебать. Просто приехали ГНКшники и начинают шмотать. Все причастны. Я боюсь, точно безопасно здесь находиться? Не знаю, не знаю, Валя, посмотрим, что за дичь вообще, что происходит. В общем, просто если за стакан, за стакан, за стакан в депутата там сажают, а вдруг нас тоже посадят из-за того, что мы на тусе. Ребят, в общем, я не знаю, кого-то, блядь, посадят, наверное, из-за того, что они на тусе, а может и нет, в общем, посмотрим, блядь. Серега на связи, Серега, а что происходит вообще? А, маски-шоу. Ребят, маски-шоу. Практически маски-шоу. Маски-шоу, блядь, на самом деле, когда спиной к стене стоишь, ёпта, у тебя из карманов вываливается что-то. А что вываливается? Запрещенное что-то. Что-то запрещенное. В общем, ребята, это карнавал, мрачный карнавал. Это, ребята, терминатор, блядь. Терминатор. С нами Витёк на связи. Yes, Витёк, что происходит вообще? Да пипец, короче, ловят, кто здесь под чем, кто не под чем. Я понял, а к нам докопаться нет? Да пока, если бы хотели докопаться, бы сразу стали выгонять, а сейчас не выгоняют, блин, меня распирает так. Слушай, мне кажется, песня вообще лапа отдала. Знаешь, какой нюх у собаки? Давно. Валя, каково это было? Очко заиграло. Очко заиграло вообще? Почему нет? Why? Просто пёс захотел понюхать мой рюкзак. Потому что вечеринка продолжаться не может, нам это сказала полиция. Поэтому потихонечку, без криков, ора, уважая друг друга, пожалуйста, покидаем потихонечку зал. Пожалуйста, пожалуйста, не толпитесь, потому что вы будете там друг друга давить. Пошли. Шоп-контент, ебать! Шоп-контент! Шоп-контент! Мы Нарзану скажем да, заебись вода! Несмотря на обстоятельства, организаторам все равно респект. Респект за то, что они побоялись, попытались провести тусовочку. Начало было позитивным. Сотрудники полиции были крайне вежливы. Респект. До встречи.